Вот это, да, помыющий. Итак, отличает прямое, прямого. Проверим другую руку. Все движение заканчивает кисть. Кисть дает продолжение движения. Прямо сейчас вот, да, в конце, оп. Yes. Оно до конца идет. До конца, все верно. Отличаем. Нет, это обратное. Отличаем. Yes. Все, только прям кисть должна струниться. Только это как кусочки мультиками. Раз, два, три, четыре. Все. Другое. Раз, два, три, четыре. И скажи только остановки. Остановки. Да, похоже очень, Катя, молодец. Ага. Итак. Так, все то же самое. Кусочками двигались. Все верно. Пробуем. Вполне получилось. А в других движениях можно? Повернуться. Ага. Захлопать ладошки. Помните, мы сами делали? Помахать рукой. Присесть. Боюсь. Разные варианты. Собраться вниз. Бежать. Пробуйте. Можно обычную технику взять, можно бытовое какое-то движение. Просто присесть даже вниз. Или сказать, здравствуйте, моя дорогая. Ой, сердце. Что будет? Думайте, что включай движение. Еще как молодец, умница. Ноги еще чуть-чуть с ногами. Если только можно присесть другими разными частями. Можно, смотрите, по поводу приседания. Можно просто присесть. Раз, два, три, четыре, пять. И дальше подняться. Раз, два, три, четыре, пять. А можно закрутки. Да? То есть вы можете разную траекторию. Можно линейную, она такая толстенькая. А можно как-то поинтереснее подумать. Просто присесть даже. Здравствуйте. Да, там хорошо вообще и голову, и руки. Ес, молодец, улица. Еще. Закручивай тело. Да. Молодцы. Еще, дотягивай. Ноги включай. И тут волну мне мягкую. До конца как надо двигаться. Силы так. Нет, это очень крупное. Вот это движение. Сделай четыре части. Раз, два, три. А в конце еще было вот четыре. Потяни. Даже порисовать что-то. Не стойте. Работаем. Помните, что ноги самые слабые? Все актеры работают верхней частью тела, руками в основном. А ноги? Ноги. Да. Если одними ногами попробовать. Так. Стоп. Бег. Ой, не знаю, что с бегом. Бег в рапиде. Это я помню. Сейчас я сначала новый дам, а потом уже буду проверять старое. Итак, бег. Ребят, с бегом вообще проблема. А в иллюзии, в пантомиме, там существуют лыжи, дальше коньки и бег. То есть это как бы нужно, с чего начнем? Может, с лыж. Лыжи я имею. Коньки. Все, готовы? Для коньков нам нужно приписать тело вниз. Ага. Так, значит. Раз. Два. Да. Ага. Попробуйте вот рукой как бы. Да. Чуть-чуть согнутые плие, чуть ноги плие. Ага. Теперь распрямляемся. Раз. Два. Чуть-чуть. Раз. Немножко вперед и в сторону. Немножко. Раз, два, три, чуть-чуть. Да, правильно. Разворачивайся. Правда. Пошли. И. Раз. И. Два.
Три. Понятно, да? Прям такую штучку. Два. Итак, два вида коньков. Все верно. Значит, вы за счет скольжения и за счет движения, да, за счет движения в конце скользим за счет ноги. Да? Видите? Ау. Ага. И дорожку китайскую в конце. Чуть-чуть дорожку. Чуть-чуть дорожку. Смотри, что я делаю. Раз, та, 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 два раза. Оп. Вот тело целое меняй. Тело меняй. Не сворачивай тело в эту сторону. Угу. Хорошо. По моей руке, внимание. Забег. То есть право, лево. Пошли. И. А раз, два, три, два, а, три, четыре. Я чуть-чуть движение. Оп. Молодцы. Там. Ага, переходим на нижний. Раз, два. Все то же самое. Большое движение. Вперед. Вперед. Смотри, что я делаю. Вниз, в сторону. Запомните это движение. Смотрите, что похоже. То есть одно движение. Раз. Видите, вот сюда нога уходит. Два. Значит, вот этого идет, возникает ощущение. Важно, чтобы не было, было непрерывно. И раз. Ты не останавливайся. Два. Скользи и движение. И дорожка в конце. Раз, там, там, там. Дорожки нет. Чуть-чуть. Так, стоп. И девушка. Раз, два, три. Движение. Это дает нам иллюзию по движению, скольжение. Позвони мне еще раз. Кто видит, как я ножки хожу? Оп, чуть-чуть. Оп. Да. Да. Чуть-чуть, буквально два раза. Раз. И сразу закрываем движение. Там. Все правильно. Два. Два конька. За счет чего создается это? Смотрите, когда вот эта хореография идет, у меня нет вот этого изгиба сзади. Помните крестные ножки? Нет. Просто идет. Да? Причем я делаю все это на месте. Видите, да, правда, все. Если это спортивный шаг, нужно прийти, и делать движение. Сейчас туда будет. А раз. И ногу сюда. Да. Два. То есть вот это движение. Раз и два. Три. Молодцы. Четыре. Значит, руки. Вот эта рука, она дает скольжение. Можно назад. Можно руки назад. Да-да-да, тоже похоже. Только, знаете как, тело параллельно полу. Похоже. Ага. Плие. Плие. Все, кто? Вверх будем? Да. Что, потом в руки снять? Все, ручки. Так, бег. Бег самый сложный. Приготовьтесь, пожалуйста. Бег. Раз, два, три, четыре. Если мы приняли нога, и рука должны двигаться практически синхронно. Это движение, кто обратил внимание, делается на месте. Только можно делать движение вокруг своей оси. Вот условно, я начинаю вот отсюда, четверку, четверку и так далее. Попробуем с правой ноги. Правой. Готовы? И. Раз. Два. Три. Молодцы. Уже на четыре, профиль. Четыре. Разворачиваемся к стене. Двери. Раз. Ага. Два. Уже повернулись. Три. Вот только сейчас четыре, стенку смотрим. Четыре, нет. Теперь в окно. Раз. Ага, два, три, в окно четыре, и на четверку в зеркало. Раз, два, три, четыре. Все. Значит, за счет чего делается ощущение бега? Да. В основном руки и длинная нога. Значит, есть усложненный вариант бега. Я не думаю, что вы как бы смысл повторить. То есть идет вот это движение, оно, конечно, наверх. А потом... Скольжение. Опять. Два. То есть оно очень традиционное.
То есть идет движение наверх, подъем, и подножка грудь вытянуться прям параллельно пол. Собрать одновременно, опять сюда, и на эту ногу будем идти. Противоположные ноги. Да. Ага. Не координационно. Правильно, но не координационно. Кать, как ты? Все, раз. Значит, что я делаю? Отсюда это такое вытянутое движение. Все медленно, пульсация. Как сердце. Легкие. Чуть-чуть. И здесь тоже. Раскрытое движение. Проверьте. Правая нога у меня будет. И левая противоположная. Значит, отсюда я ее собираю все вместе. Собираюсь. Подняла руки. На пол пальца вышла. И шагнула. Проверьте. Поменялась нога. И рука. Опять раскрытое движение. Опять собрали. Наверх. И как бы сверху вниз вытянули тело. Можно Митю пожалуйста? Один этаж рука и нога. Посмотрите, это видно же, мне кажется. Видите, что одинаковое. Это антикоординация. Если я вам выходите. Поэтому нужно, чтобы если вы уходите ногой, вот эта передняя нога считается ведущей. Рука должна быть не вот эта, она выворачивает вас, а должна рука противоположная. Можно с этого движения начать. Прям раскрыться так. Левее. Ага. Отсюда собираем тело там. Подняли руки. Наверх. И вниз спустились. Вытянулись. Проверьте. О, правильно. Тут левее. Отсюда собрались. Подняли руки. Поняли, когда момент замены рук идет? Когда я иду наверх? Когда у нас упались. Да. Все, но здесь не озадачивайтесь. Достаточно уже вот это движение достаточно для бега. С верхним подъемом это уже выше пилотаж. Все, спокойно. Канат. Там, я не знаю, натянули. Там. Ты понимаешь, что я делаю? Да. Ага. Да. И канат натянула. То есть вот канат это цирковой гипотермический ход. Значит, вам нужно представить себе канатик, и по ней пройти, по этим канатике. Угу. Там есть техника, но я пока не даю. Поймайте это ощущение своим балансом, представили? Хорошо, молодцы. Угу. А, в цирке обычно канат может быть либо четко натянут, либо как бы более провисающий. И разная будет техника. Угу. То есть это балансное состояние. А старайтесь теперь особо вниз не смотреть глазами, как бы идти, видя ее впереди, перспективы. Угу. За счет чего создаются ощущения? Вот мой. Стоп, все, отошли назад. Канат чем хорош? Тем, что вы добьетесь баланса. Если вы будете все время так трясти, это как бы создаст такую судорожную картинку. Поэтому вы должны совершенно четко понимать, что эти движения должны быть в меру, и они должны быть естественные и органичные. Да, правильно, Катя. То есть я считаю, что вот так делать, никто не поверит. Да? А если я вот чуть-чуть идет ощущение. Ну, я отбираюсь в эту линию. Значит, в чем смысл? Вообще на полу пальцем это особая история, когда были ездили в этом пуатах. Это крайне редко бывает. Поэтому я вам предлагаю сделать не на пуатах, а сделать на провисающий канат, который чаще всего на эксцентриках. А это значит, нужно что делать? С пятки ходить. А, еще иногда. Оп. Оп. То есть смотрите, вот в чем техника? Вы ее у меня уже сделали на руках, на стенке. Это когда одна рука или нога уходит, а движение продолжается. Угу. Знаете, я сейчас опять поднимаю ногу, а вот этот баланс сохраняется. То есть там вот моя нога, она продолжает создавать вот этот вот... И вторая нога подклеивается к ней. Итак, вот это движение вперед, прокатка вперед, назад. Ага, чуть-чуть. Не всегда его можно, но его можно применять. И движение еще одно, которое создает баланс, значит, что я делаю.
Я делаю пятки, стопы, право-лево. Ага. Могу сделать, смотрите, на стопе. Да, то есть движение идет вот вправо-лево немножечко. Не четко вперед, а вот. Ага. Значит, вот это движение бокового создает ощущение, что это высота большая. Ну, покажите еще. На одной линии, только обязательно на одной линии. Полупальцев меньше, мне кажется, нужно. Полупальцев не нужно. На полупальце мы решили не вставать пока. Хорошо, молодцы. Прям четко нога за ногой. Четко нога за ногой. И вот эту перекапочку покажите мне, вот как элемент. Да, вот это вперед и назад. Пятка, полупалец. Коленки обязательно согнуты в этот момент. Молодцы. Например, в ногах они как бы редко ходят. Похоже. И немножко назад, не стоять вперед. Чуть назад, да. И вдруг поймайте один момент, ребят, когда вы вдруг поняли, что сейчас еще чуть-чуть. Да? И вот этот момент, он как раз вот... Вот вы поняли, куда я двигаюсь теперь? Не вперед, а в бок. И вот это движение, вот это движение, вы должны быть четко понимать, что он дает иллюзию. Равновесие. Ну, скажи, чем-нибудь. Много-много рук, слишком много. Эти морские котики на пляже. Много рук. Это должно быть осторожно. Вы должны сочетать. В чем заключается? У вас есть 2-3 элемента, и при хорошем сочетании вы даете полную иллюзию. Угу. Может быть, в руках веер, может быть, в руках зонтик. Ага. Но сейчас машинки. Хорошо. Так. Можем ли мы канат сделать боковой? Да. Вот вы когда шли, да, вот шли, а потом смотрите, что я делаю. И вот за счет вот этого движения, да, вот. Ага. Опять я на полпальца встаю. Ага. Вот должно быть полное щелечко, под вами не пол, а такая веревочка натянутая. Старайтесь избегать прямых ног. Прямых ног старайтесь избегать. Если все на прямых ногах, как бы доверия вам особо нет. Вот чуть-чуть плие делается вся эта техника. Ага, похоже очень боковые. Чувствуете, да, есть прям иллюзия. Поглядывайте, можно здесь сейчас поглядеть. Хорошо, осторожно. Упал уже. Виси тогда. Ага. Подтянул вторую, подтянул. Повисел. Все что угодно. Ага, хорошо. Не пробрасывайте, все очень как бы должно быть чуть-чуть крупнее. Спасибо. Итак, канат ваш. Значит, покажите мне технику улетающего шарика. Пока без шарика, потому что я сейчас это не вижу. Но все-таки вот эта иллюзия. Когда шар у вас в руках, когда он... Ага. Почти на месте. И ветер вот то туда, то сюда. Ага. Вот ты вот эту технику, когда начинаете не на шарике движение. Когда вы возвращаете. То есть вниз вот это, покажите. Да, вот это вы улетел. Ага. Вперед. Ага. Куда улетел? А мне. Назад. Повисели немножко на этом шарике. Ага. Хорошо. Хочу видеть. Как вы возвращаете. Помните, вы когда выходит плечо? Да. Ага. Хорошо. Канат. По школе. Помните, мы с вами разные варианты делали? Есть школа. Показывает только школьная. То, что прописано, то, что и вдоль сарта, и везде. Значит, канат у меня с этой стороны. Я начинаю с дальней руки. Оп. Дальше ближняя рука. Дальше я закручиваю руки. Немножко туда. И еще раз. Вот этот момент туда и оп. Хорошо. Теперь смотрите, опять через верх. Дальняя, раз, ближняя рука, два, она дальше закрутили, зацепили, и импульсное движение, итак, раз, два, три, молодцы, там, где импульс, давайте определимся, где у вас импульс, там, вот немножко его дай, откуда импульс идти? От плеч, мне кажется, плечи тоже включаются, плечи включаются вместе вот с этой частью тела, да? Оп.
три, четыре. Можно ли купить свободную часть? Не называется еще там фронт, как тело это. Как только вот так стоит сфера, уже вариация называется. Мы сейчас школу делаем. Какое движение можно купить? Знаете, что я делаю? Раз, два. И я захват делаю в момент импульса. Еще раз. Там, там. Оп. Момент захвата. Вернее, захват делаю в момент, когда я тяну. Не делаю отдельные движения. Вот там можно это купировать. Что вам удобнее? Да, мне кажется, проще, Кать. Да? Когда ты делаешь движение, все, теперь я к вам была. Оп. Я поняла. Импульс от кисти. Импульс от кисти. Ага. Оп. Подождите. Yes. Не бросайте. Знаете, что я делаю? У меня рука остается. Дальняя, ближняя. Рука остается. За счет этого возникает ощущение. Угу. Смотрите, я не стою вот так. То есть видите, я профиль стою, я вас слышу. Раз, два. Я профиль не стою. Это школа. Вот молодцы. Там, там. И движение. Соб не надо. Упор идет, наверное. Так. Давайте быстро. Дальней. Дальней. И. Какая будет вам согнутая нога? Дальней теперь получается. Оп. Еще раз. Раз, два. Можно вытянуть ногу. А вот здесь она сгибается. Раз, два. Молодцы. Оп. Молодцы, умнички. По похожим. Конец. Ага. Кто обратил внимание? У меня руки на одной линии. Не так? А прям четко на одной линии, чтобы было ощущение. Видите? Последите за этим. Ага, хорошо. Обязательно момент вот это тело туда направьте в ту сторону. А вот здесь? Хорошо. Легковато. А то они не ищут движение. Где же ли? Ага, хорошо. Так. Все то же самое, только команду снизу. Ага. Раз, два, три. Там, там, там. Как будто тянете ведро из колодца. Ага, хорошо. Чуть помлегче, чем самое сложное движение, помлегче. Так, попробуем накатать веревку. Угу. Веселые ребята. Ну, круто, хозяин поворачивался. Ага, на другую. Прям круто свернуть. Ура, такую тяжелую веревку такую. Или там у моряков вот это они бросаются. Да. Не якорь, они когда пришвартовываются, отдача швартовывает, вот эти веревки. За счет чего создается? За счет вот этой вот вашей руки, да? Движение тяжелое. Ага. То есть объем должен быть в руках. Хорошо. Сверху. Оп. Это уже кулисы театральные. Ага. Начинаем. Рука, а вторая должна перешивить ее немножко. Ага. Так. Вот. Погули. Повисели. Давай. Учись. Волну включили. Получается, вот в канат лезете. Так, вот, помещик. Ага. Держимся. Висим. Вот на нижней руке не висим. Это обманка. Так не сможет висеть. А висим на верхней руке. Держимся. О, Господи. Ага, кто там внизу? На месте будет. Не наигрывай, кисть моя, не наигрывай. Делай тело все, что нужно. Да, что делать? Ага. Так. Взяли, попробовали тяжелую сумку поднять. Не переигрывайте, прям реально. Попробуем сейчас вот его завязать. Ага. И пошли.
который вы перемешиваете, легкости здесь не может быть. Легкости, легкости нет, дети мои, нет никакой легкости. Он вас ведет, вы как бы, ага, и просто. Вот так. Для мальчиков штанга с подходами. Для мальчика вот штанга. Можно, да, нет, коленки ты отпустила. Итак, для мальчика штанга. Для девочек шарик какой? Ну, тяжесть. Собачку. Собаку. Нет, на девочку поднять большого пса на руки. Котик. Да, мейкун. Да, мейкун, у меня есть мейкун. Вот, мы его поднимаем. Большую собаку и большого кота. Мальчик, у вас штанга. Готовы? Так, нужно взять скатки. Мне кузя тяжело. Упирается еще, да. Еще лапой, лапой. Тебе кажется, тяжело переходы. Тяжелые переходы. Мама. Ноги, наверное, не работают. У вас сюда. Ага. Вот слишком легко. Ага, хорошо. Мальчишки, молодцы, ты раньше времени закончил. Я в дом залезал. Так, проблетел. Увидел вас на таков. Все, у мальчиков гиря. Ага. У девочек давайте мы сделаем просто, что вы пытаетесь сделать что-то тяжелое. Ну шкаф. Вам не нравится этот шкаф или стол? Какой-то уровень такой большой возьмите. Чулан же можете подвинуть. А? Чулан. Можно чулан открыть. Какую-то тяжелую вещь можно попытаться сдвинуть. С трудом и практически несдвигаемая вещь. Как же сложно сделать? Все равно старое. Ага. Без стенок. Проверим, молодец. Мы делаем без стенок. Так. Ага. Готовили, готовили, готовили. Так, сразу по полосу, девочки. Мальчишки, может быть, упасть, она может упасть. Окей, может, двумя руками взять. Стоп, спасибо. Итак, тяжести делать серьезно, вы уже поняли. Пожалуйста, очень классное и легкое то, что вам всегда нравится, и у вас уже все получается. Пожалуйста. Можно. Ага, и подышать можно. Наблюдать. Угу. Угу. И движущаяся стена. О, молодец, нарисовала рожицу. Сама пока не двигайся, пока руки двигаются. Ага. И вариант вперед, вправо, вниз. Двигающий вниз, двигающий наверх. Угу. Проверяйте. Двигающая. Ага. Молодец. Право, влево, вниз, наверх. Угу. Это все техника. Вы должны ею владеть. Угу. Поточни руки, не выгоняй. Угу. Жестко. Но при этом особо зажима не должно быть. Ага. Хорошо. Итак, микроэтюд. Экспресс-этюд играется прямо здесь, сейчас в серии. А вы подходите к лифту. Ждете. Проходите. Потом сейчас. Закрывается и едете. Тоже и, а то застревает. И тут одновременно секунд на несколько. Готовы? Итак. И вот это когда вы едете, движение. И когда он остановился, вот этот момент, вот он через технический надо сыграть. Ага, еще не свет, если выключить это вообще. Ну, поработайте. Лифт в темноте. Осторожно. Ага. Сориентируйтесь, где эти кнопки. Осторожно, не открывайте. Может, между этажей, кстати, запрещено. Имею в виду. Выходить-то.
А может быть, я на этаже? А я не знаю, не верю. Если ты открыла, а там была вот такая, я тебе сюда чуть не поняла. Ничего, я тебе полила, так что открыла. Может, не все-таки, не прям четко. Ага. Вот это ощущение ограниченного пространства, это классно. Потому что вот это, я еще есть классическая пантомима, масса называется вместе. Но так и называют, уже стариковый граунд номер. Он попал, и там такой, что делать? И какой ритмический, какой номер. Кстати, постучите по сердцу. Ага. И прислушаться. И побарабанить руками двумя. Соблюдать нужно получше плоскость. И все изображать, вот они могут все что угодно. А в несознательные люди что, действительно? За счет чего это делается? За счет стоп-остановочки. Да? Ага. Постучать, прислушаться, постучать такое. И побарабанить руками. Обязательно остановку, вот эту руку, обязательно ее остановить. Хорошо. Итак, самое легкое движение. Рапид. Рапид — это замедленное движение. Да, примерно так. Значит, для того, чтобы рапид можно было увидеть, движения должны быть широкие, большие. Представь себе, чтобы в рапиде вам подарили круиз, куда хотите. В общем, куда хотите, туда подарили круиз. На Мальдивы. Кому что надо, кому подарили. Так говорит, вам подарили. Но вам нужно реакцию сейчас сыграть. Именно правильно. Именно в рапиде. Бесконечное счастье. Пожалуйста, готовы? Итак, после слов «вам подарили путевку», у вас начинается рапид. Итак, ваши видите, вам подарили путевку. Ты куда? Вы понимаете, что я говорю? У вас ноги быстрее. То есть вы должны ногами тоже делать очень медленно.
Пожалуйста, футбол. Да, забить в Рапиде гол. Подойти, подбежать к мячу. Все медленнее 100 раз. Подбежать к мячу. Прицелиться, кого даже оттолкнуть от себя. Пошел отсюда, мой мяч. И еще забить после реакцию футболистскую. Гол. Давай, бросок. Посмотрите, что забил. Медленно все, никаких быстрых движений. Медленно. Ес! И прям повалился. Медленно все, медленно, медленно. Супер. Стоп. Все. 3 минуты перерыва. На цель. Опалилась. Набрали у меня. А дальше буду отсюда. Давай, Свет.